Шел четвертый час, как мы торчали около звезды. Мы — это я, Маджей Зумицу. Нам уже порядком надоело, но заказ есть заказ. Только я собрался вздремнуть, как в динамиках раздался голос Маджея. Это был тот самый корабль, которого мы дожидались. Потом стал грызаться, а Изумицу мигом остался без щитов. Я совершенно забыл, что у меня включено оповещение полиции. Я быстренько его отключил, чтобы шальная пуля моих товарищей не вызвала сюда копов. Тем временем питон решил оторваться. Скорость питона была намного больше нашей, уйти ему не удавалось, и тогда он решил принять бой. Осторожно подставился под его турели, но выпущенный мною помехи быстро сбили его к цели. И мы прикончили мерзавца. На остатке фильма фон КЦ. В ожидании заказчика, который должен был нам привезти сюда же деньги за работу, мои друзья решили устроить небольшую дуэль между собой. Предлагаю ее вам посмотреть. А я на этом с вами прощаюсь. С вами был Гиф.
заканчивается. Спасибо.